История этого обелиска уходит в первый год Великой Отечественной войны. Сохранила ее и передала потомкам Надежда Семеновна Филиппова. Ей в то время было 14 лет. Она вместе с соседями видела этот бой и как упал подбитый самолет. Взрослые похоронили тела летчиков. Много лет Надежда Семеновна ухаживала за могилкой. В 1984 году на месте захоронения работники ЦЭМа установили обелиск. И с тех пор стало традицией перед Днем Победы посещать захоронение героев. Уже нет Надежды Семеновны, и эстафету шефства над могилой подхватил коллектив «Атомтранс». 4 мая у обелиска традиционно прошел небольшой памятный митинг. Отдать дань героическому подвигу защитников Отечества пришли депутат Смоленской областной думы, директор «Атомтранса» Михаил Лосенко, заместитель главы Десногорска Александр Новиков, заместитель главы администрации Рославльского района Виктор Клевцов, жители деревни Осиновка, представители правоохранительных органов и МЧС, бойцы Нацгвардии, ученики Якимовической школы. Традиции, которые заложены нашими родителями, мы продолжили, и очень приятно, что молодое поколение продолжает. Действительно, что написано, ничто не забыто, никто не забыл. Более 70 лет назад страшные события вновь объединили наш народ. И сегодня нашей памятью, нашими делами мы говорим о том, что Россия, наш народ, она имеет право на дальнейшее большое будущее. На Смоленщине едва ли не в каждом населенном пункте высятся обелиски в память погибших воинов, героях Великой Отечественной войны. К ним ежегодно несут цветы благодарные потомки.